Всем привет! И сегодня я расскажу вам 6 приметов о воде. Пролить ключевую воду считается дурной приметой, предвещающей болезни и лишения. Нечистая сила боится кипяченой воды, поэтому стоит ставить ее под кровать. Нельзя давать допивать после себя воду, так как посторонние могут узнать ваши мысли. Избавиться от порчи или скляза поможет вода, трижды слитая через сито. Выбитые капли дождя с ивовых листьев вылечивают болезни сердца. Вода всегда и везде считалась средством устрашения злых сил, посему после полуночи нельзя выливать ее на улицу. Спасибо за просмотр!